Против лома нет приема, нет есть. Кто мы? Мы русский народ прежде всего. Мы прием. Не только русский народ. И наши братья, конечно. Мы общественное мнение. Дети очень быстро подрастают, наши дети. Они уже другие. У русского человека нельзя отнимать мысль о величии страны. Русский человек не может защищать своей миссии на земле. Он такой, такие мы. От природы мы такие. А величие страны мы связываем с кем? Со Сталином, естественно. А с кем? С Путиным, что ли? Поэтому нельзя отнимать у народа Сталина. За Сталина, за народ выйдет на улицу. Не против кого-то, а за. Потому что это все. Это мысль о величии державы. А без этой мысли о том, что мы великая страна, мы великие народы великой страны, ну не жить нам. Внутри себя плохо делается. А все победы мы связываем с кем? С Иосифом Сталиным. Справедливо, конечно.